Добрый день, любители спорта! На YouTube-канале «Спортстат» специальный короткий выпуск, посвященный Рафаэлю Физиеву. Ныне восходящая звезда UFC, ранее пробовал себя в различных видах спорта. И сегодня мы посмотрим видеообзор чемпионата, финала чемпионата Кыргызской Республики по рукопашному бою 2013 года, где в весовой категории до 75 килограммов он встретился с Нурбеком Джанабаевым. Рафаэль Физиев представлял на этом чемпионате Академию МВД Кыргызской Республики, где и обучался, а его соперник – спортивный клуб армии Министерства обороны Кыргызской Республики. К тому моменту Рафаэль уже был титулованным спортсменом, он мастер спорта международного класса по рукопашному бою, двукратный призер СНГ по этому виду спорта. Бронзовый призер чемпионата Азии, проходившего в Казахстане 2 годами ранее. И, как вы знаете, параллельно он занимался и другими видами спорта, в которых преуспел. Итак, с самого начала Рафаэль Физиев занял центр ковра и пытался доминировать, но его соперник Джанабаев избрал хорошую тактику. Вот удар проходит в голову Рафаэля Физиева. Джанабаев избрал тактику, держал расстояние и бросал так называемые боксерские двойки. Местами они проходили, а затем уже пытался пройти в ноги. Вот как в этом моменте, когда судья встречи останавливает поединок и просит встать обоих спортсменов. Соперник Физиева Нурбек прекрасно знал, что у него хороший нокаутирующий удар с обеих ног, и поэтому не давал тому подойти к себе. Об этом говорил и Нурлан Байкулов, мой тогдашний собеседник, один из руководителей Отечественной Федерации рукопашного боя, судья международной категории. Кстати, он лично судил эту встречу на ваших экранах, чтобы потом не было серьезных претензий со стороны бойцов. Как вы заметили, как и отмечал мой собеседник, Рафаэль Физиев построил этот поединок на одном ударе. Пытался нокаутировать своего соперника, проходит удары с ног, ну и боксирует очень хорошо соперник Рафаэля Физиева, ну и Рафаэль сам уже пытается нанести один точный сильный удар. Здесь они заваливаются, и Байкулов просит их встать. Как я уже говорил, его оппонент очень хорошо изучил Физиева и не дал этого сделать. Справедливости ради надо сказать, что на этом чемпионате страны почти все более титулованные спортсмены выступили не совсем удачно и свои поединки проиграли. Армеец Нурбек Джанабаев выбрал именно такую тактику, как вы видите. Низко опускает руки, наносит удары и отходит. Не дает Физиеву нанести удар ногами. А при сближении, как всегда, бросается в ноги. Вот такая-то тактика, скажем так, в кавычках, чуть измучила Физиева в этом поединке. Смотрите, как от ударов ногами уходит Джанабаев. Кстати, сам Джанабаев, победитель Кубка Кыргызстана по рукопашному бою среди силовых структур, на тот момент мастер спорта по этому виду спорта. Также имел спортивный разряд по спортивной борьбе, кандидат в мастера спорта. И сейчас, кстати, он занимается уже воспитанием нового поколения спортсменов. Часто мы видим его на соревнованиях, где он выступает в роли уже тренера. И возвращаясь к поединку, хотя бокс для него, так скажем, не профильный вид спорта, все же именно в этом поединке он, по моему личному мнению, перебоксировал Физиева. И, конечно же, он понимал, что идти в обмен ударами ногами с таким бойцом себе дороже и себе этого не позволял. Поэтому он не поддался на это и на открытый бой не пошел. И как только Физиев шел на сближение, либо обманным движением сам пытался уйти или как-то построить свою борьбу на этом. Ну что ж, поединок завершен. Проходил он в физкультурно-оздоровительном комплексе в городе Бишкек, который недавно отремонтировали за большие средства. И он уже не выглядит как тогда на наших съемках. Ну и здесь в концовке видим вердикт судей. Победу одерживает Нурбек Джанабаев преимуществом несколько очков.
На этом все. До свидания. Оставайтесь на канале Sportstat, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь ими в социальных сетях и в мессенджерах. Уже в скором времени здесь, на нашем канале, будут очень хорошие материалы. Оставайтесь с нами. До новых встреч!